Всем здравствуйте! Известный певец Прохор Шаляпин на днях заявил, что его уже много лет умышленно не пускают на сцену, поэтому ему пришлось к своей известности идти клоунским путем. Определенно все хотят побыть поближе к бюджету. Освоить государственные денежки. Нельзя артистам доверять руководить чем-либо, потому что все артисты эгоисты по своей природе. Все тянут одеяло исключительно на себя. Никогда в жизни Надежда Бабкина или Лариса Долина не пропустят на сцену молодую талантливую и себе подобную певицу. Это просто априори их закон. Как отметил Прохор Шаляпин, театр Надежды Бабкиной существует уже 20 лет. Абсолютно дотируемый государством театр, который содержится на деньги налогоплательщиков нашей страны. Русская песня не принадлежит Надежде Бабкиной. Мы не ее крепостные. Она ни одну звезду не создала подобную себе за столько времени. И дальше никого не создаст. Долина получила 39 миллионов рублей на свою школу. Тоже от государства, и им все мало. Лучшее, что вы можете сделать для молодежи – уйти на второй план. Отойдите в сторону, вы уже получили свое. Вы не одни в этой стране, и вы не одни патриоты. Я патриот абсолютно бесплатный. Просто люблю свою страну и собираюсь здесь жить. А они просто осваивают деньги, и все им мало, отметил Прохор Шаляпин. Добавим, что Лариса Долина и Надежда Бабкина вошли в состав Российской музыкальной ассоциации артистов. Они собираются помогать молодым талантам пробиться на большую сцену. Будем надеяться, что подобные высказывания Прохора не перерастут в еще большую неприязнь со стороны Долины и Бабкиной. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!